Середина весны – это не только хорошая погода за окном, но и огромное количество новых фильмов. Те проекты, которые уже доступны на сегодня и явно стоят вашего внимания, собраны в нашем традиционном выпуске. Не переключайтесь и приятного просмотра! Ну а спонсором этого видео является Cordus Sacros. По данным исследования, проведенных в Нидерландах и России, как результат современного образа жизни, 9 из 10 людей уже в 30 лет имеют грыжу или протрузию в позвоночнике, что без должной терапии приводит к хроническим болям в спине, проблемам со сном и постоянному дискомфорту. Но вместо того, чтобы заниматься лечением, многие живут на таблетках или уколах, либо привыкают к постоянной боли. Однако есть современная методика лечения боли в шее, спине и пояснице. Это Cordus Sacros. Методика основана на принципах мануальной терапии, которая безопасна и не травматична. Вы ложитесь на аппарат, и под воздействием вашего веса его анатомические вершины погружаются в мышцы на 3 см. Такая глубокая проработка около позвоночных мышц улучшает кровообращение и снимает спазм, устраняя боль. Методика Cordus Sacros эффективна в борьбе с различными патологиями, такие как спазмы, межпозвоночная грыжа, ущемление седалищного нерва и сколиоз. Женщины отмечают для себя благоприятное влияние на гормональный фон, восстановление нервной системы и повышение фертильности. Методика помогает подготовиться к беременности за счет активизации кровообращения и нормализации положения органов малого таза. Мужчины же отметили приятный побочный эффект после проработки мышц поясницы. Нормализация кровотока таза и усиление потенции. Методика уже распространена в 48 странах мира, а также в Западной Европе и Северной Америке. И по данным мировых продаж, эффективность метода составляет 97%. Создатель методики – нейрофизиолог Юрий Корюкалов. Стоимость аппарата делает его доступным каждому. А если методика не поможет, производитель просто вернет вам деньги. Узнать о методике подробнее и заказать аппараты можно на официальном сайте Cordus Sacros. Ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под роликом. 65. Научно-фантастический триллер от сценаристов «Тихого места» с Адамом Драйвером в главной роли. В результате крушения астронавт оказывается на неизвестной планете, а вскоре обнаруживает, что это Земля 65 миллионов лет назад. Вместе с девочкой по имени Коа, единственной оставшейся в живых, главный герой должен пройти смертельно опасный путь, полный доисторических существ. По большому счету, фильм опустил планку для сегодняшней фантастики. Получился абсолютно безликий проект, который лишь запятнал фильмографию Адама Драйвера. «Шазам. Ярость богов». Продолжение комедийного кинокомикса о подростке, который с помощью одного волшебного слова может превращаться в супергероя. На этот раз, не желая отставать от Лиги справедливости, Билли Бэтсон формирует собственную команду супергероев из своих сводных братьев и сестер. Вместе они должны противостоять божественным дочерям Атласа, Гесперии, Калипсо и Афине. По сути, Шазам – это очередное доказательство того, что зритель устал от супергеройских команд, спасающих мир. Вторая часть потеряла юношеский задор и нелепый максимализм оригинала, которые когда-то очаровали фанатов простодушного супергероя. 3. Фильм рассказывает непростую историю создания одной из самых популярных игр в истории человечества. В центре сюжета окажется продавец видеоигр Хэнк Роджерс, который в 80-е годы решает получить глобальные права на распространение головоломки «Тетрис», разработанной советским программистом Алексеем Пожитновым. Роджерс отправляется в закрытую страну, чтобы подписать контракт с разработчиком, но встречает сопротивление со стороны правительства. Оно возмущено наглостью западного капиталиста, решившего, что все можно купить за деньги. Игра не только мгновенно становится популярной во всем мире, но и провоцирует скандал, выливающийся в серию судебных разбирательств. «Тетрис» — это новый фильм Джона С. Байерда, постановщика, полюбившийся многим грязи. Новинка наверняка не добьется той же славы, но точно сможет скрасить зрителям вечер. «Человек-муравей и оса. Квантомания». Продолжение супергеройского боевика Пейтона Рида, основанного на истории персонажей Marvel Comics Скотта Лэнга и Хоуп Ван Дайн. По сюжету главные герои отправляются в очередное приключение по исследованию квантового мира. Одним из важнейших поворотов картины станет появление Канга-завоевателя, главного антагониста новой фазы Marvel.
Как утверждают создатели проекта, в третьем фильме «Квантовый мир» будет показан более подробно. Кроме того, режиссер сообщил, что в отличие от первых двух фильмов, «Квантомания» стала более масштабной и отличается совершенно другой визуальной подачей. Крид 3. Это третья часть боксерской франшизы и режиссерский дебют Майкла Би Джордана. Первые два фильма были отданы Рокки и его наследию. А в третьей же работе на первый план наконец-то вышел Адонис. Фильм расскажет о противостоянии героя и его старого друга Дэйма, который вышел из тюрьмы после 18 лет заточения и теперь постепенно разрушает жизнь Крида. Герой горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге. «Крид 3» станет девятым фильмом, восходящий к оригиналу 76 года с Сильвестром Сталлоне. Проект получился на удивление оригинальным и эмоциональным блокбастером, который не боится экспериментировать. А главное, обеспечивает полный эффект присутствия. «Последнее королевство. Семь королей должны умереть». Британская историческая драма Эдварда Базалкета, основанная на популярной серии книг Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники». Также это полнометражное продолжение телесериала «Последнее королевство». Действие фильма разворачивается в средневековой Англии. Знатный сакс Утрат Бибамбургский был воспитан норвежским ярлом после того, как данные убивают его отца и старшего брата. Спустя годы история вновь повторяется. Данг Яртан убивает приемного отца Утрада и берет в заложницы его сводную сестру. Утрат клянется отомстить за смерть своих родных и отвоевать свой родовой замок Бибамбург. Очевидно, релиз картины – это в первую очередь праздник для фанатов сериала. А для остальных – очередное напоминание дать шанс оригинальному проекту, который неспроста называют недооцененным шедевром. «Инфьеста». Это классический испанский детективный триллер, выстроенный в мрачной атмосфере. По сюжету, на фоне пандемии коронавируса двое полицейских приезжают в город, чтобы расследовать внезапное возвращение пропавшего без вести ребенка. Первые ниточки расследования недвусмысленно указывают на то, что ситуация с ребенком лишь часть мрачной общей картины. Далее с каждой минутой ситуация будет только накаляться. Создатели умело используют пустые сцены, чтобы связать их с некой моральной депрессией, которая постепенно нарастает в происходящем на экране, пока тайна, окружающая эти исчезновения, не будет раскрыта. На самом деле именно это придает особый оттенок триллеру. «Блуждающая земля 2». Продолжение китайского фантастического блокбастера от режиссера Франта Гво. Также это экранизация одноименного рассказа Лю Цысыня, автора «Задачи трех тел». Первый фильм был посвящен амбициозной миссии по спасению планеты от угасающего и готового взорваться Солнца. Человечество объединилось и построило огромные двигатели, которые должны сдвинуть Землю на новое место. Но через 17 лет поисков миссия оказывается под угрозой. Фильм не только продолжит одиссею землян, но и расскажет о катаклизмах и катастрофах планеты, которые вынудили человечество искать новый дом. Проще говоря, несмотря на двойку в названии, блокбастер спокойно можно смотреть в отрыве от первой части. Торг. Корейский криминальный боевик, где события происходят в 2017 году. В разгар назревающего международного конфликта группа евангелистов из Южнокорейской пресвитерианской церкви прилетает в Афганистан. Их похищает афганская террористическая группировка и выдвигает свои требования в обмен на заложников. Корейское правительство отправляет своего дипломата разобраться в ситуации. По прибытию он должен работать со специальным агентом, который является экспертом по Ближнему Востоку. Когда они начинают подбираться к террористам, происходит первая смерть заложника. Им не на кого больше рассчитывать, и эти двое становятся вынужденными союзниками в гонке со временем, чтобы спасти остальных заложников. «Репетитор». Американский остросюжетный триллер с Гарретом Хедлундом в главной роли. По сюжету востребованный репетитор получает заманчивое предложение о работе. Ему предстоит обучать сына миллиардера, который живет в отдаленном поместье на набережной Нью-Йорка. Вскоре после начала занятий ученик начинает проявлять маниакальный интерес к своему наставнику и всему тому, что выходит за рамки их встреч. Герой сразу понимает, что интерес парня к его личной жизни напоминает манию.
Искусный манипулятор начинает выманивать у своего учителя секреты, а затем шантажирует его их разоблачением. Это были новые фильмы, которые уже вышли в хорошем качестве. И если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик. И всем удачи!